В Семее в преддверии Дня знаний в библиотеке имени Абая состоялась акция «Дорога в школу». Акция организована с целью оказать поддержку в подготовке к новому учебному году детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Организатором выступил общественный фонд «Центр семьи», который активно поддержали меценаты. Благодаря этому более 100 детей получили необходимые школьные принадлежности. Мы собрали около 1 300 000 тенге для того, чтобы закупить ранцы, канцелярские товары. Мы купили, кроме этого, при поддержке АО «Шульбинская ГЭС», затем «Фикалил», закупили спортивную одежду. И сегодня вот все то, что мы приобрели, мы хотим вручить нашим подопечным, тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Наша компания уже на протяжении многих лет оказывает спонсорскую помощь детям в поселке Шульбинск в виде благотворительных обедов, поддерживает акимат поселка Шульбинск при организации различных праздников. В эту акцию мы также решили оказать помощь в виде покупки для детей из малоимущих и многодетных семей в виде нескольких спортивных костюмов.